Обычный торговый день в кальянной лавке. Молодая девушка покупает ароматический табак. Таких покупателей в будни здесь десятками, но эта мадам ведет себя как-то нервно. Барабанит пальцами по стойке, постоянно пересчитывает купюры. Известная уловка для отвлечения внимания. А затем она расплачивается 5000-ной купюрой. Продавец внимательно сличает номера на ней со специальной таблицей, но нужную серию не находит и выдает сдачу. В конце января в полицию поступили сообщения об обнаружении 3 поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей. Они были в выручке продуктовых магазинов и заведений по продаже принадлежностей для кальянов. Оперативники УИБ ППК, УМВД совместно с коллегами опросили работников торговых заведений и проанализировали записи камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и на улицах города. Полицейским удалось установить автомобиль, на котором передвигались мужчина и женщина, подозреваемые в сбытии подделок. Определив машину, установить личности подозреваемых уже было делом техники. Понятно, что парочка, удачно скинув в магазинах 3 поддельных пятерки, сразу рванула в Москву. Но радовались недолго. Жители Московской области и его подругу с Оренбурга рязанским полицейским помогли задержать столичные коллеги. Теперь криминальным хитрецам грозит до 8 лет лишения свободы. Максим Васильев, телекомпания «Город».